Natalia, es ist sehr wichtig zu sehen und für uns eben auch als Betreuende sehr wichtig zu sehen, ob man mit diesem Begriff der Metapolitik, der nicht selbsterklärend ist, ob man damit arbeiten kann, ob der anschlussfähig ist an alles, was wir machen. Und das Beste, was wir tun konnten, war eben Frau Professor Kasatkina nun heute zu fordern, einzuladen, zu einem Russisch sprechen. Das ist ja auch kein Problem und wir freuen uns sehr. Спасибо. Я прошу прощения, буду говорить по-русски. Значит, доклад называется «Метаполитика Достоевского», и, естественно, с самого начала нужно определиться, о чем мы, собственно, собираемся говорить, то есть почему, собственно, метаполитика, что это такое, и почему нельзя как бы не придумывать ничего и не говорить нормальными словами, да? Вот. Дело в том, что применительно к тому, что делает Достоевский не только в своих художественных текстах, но и в дневнике писателя, который иногда читателям и даже некоторым исследователям кажется в высшей степени, так сказать, горячим и именно политическим текстом, Достоевский никогда не остается на том уровне, на котором мы привыкли видеть как политические, так и исторические исследования. Почему? Что, собственно, в чем разница? И почему возникает эта приставка «мета»? Политика, как мы ее знаем, как мы к ней привыкли, вернее, потому что на самом-то деле знаем мы ее в разных видах, но просто привыкли на данный момент мы к тому ее виду, когда она говорит о, так сказать, актуальном состоянии человека и человечества и занимается человеком, нацией и человечеством в пределах нормы, которая понимается как среднестатистическая. То есть она берет человека, нацию и человечество в наличном состоянии и, соответственно, пытается установить некие правила и законы, по которым все могли бы взаимодействовать оптимально в том состоянии, в котором вот они на данный момент есть. Для Достоевского здесь, так сказать, ложь в самой постановке вопроса. Потому что он исходит из того, что человек, нация и человечество в том наличном состоянии, в каком они сейчас, так сказать, присутствуют, знакомы, известны и обслуживаются вот этой вот самой политикой, они, так сказать, находятся абсолютно за пределами нормы, понимаемой как должно. Понимаемый как, условно говоря, как состояние организма идеально здорового. То есть для него абсолютно невозможно, так сказать, взять больное существо и сказать, мы будем писать для него правила жизни, прописывать под него. Он считает, то есть это тоже вполне возможный путь, и по нему как бы можно идти, особенно если существо, так сказать, нездорово хронически и болезнь излечению не подлежит. Вот с точки зрения Достоевского, болезнь, которой болеет человечество, не хроническая, подлежит излечению. И поэтому писать для человека, нации и человечества законы в том их состоянии, в каком они присутствуют в данный момент, это значит, наоборот, стагнировать заболевание. То есть, благодаря вот этим вот прописанным для заболевшего законам, мы как бы лишаем его возможности выздоровления. Мы лишаем его возможности движения к той норме, которая для него есть норма существования, но от которой он по тем или иным причинам, так сказать, на данный момент весьма далек и отпал. Какой видит норму Достоевский и почему, так сказать, вот эти вот представления о нации, человеке и человечестве для него так отличаются
того, из чего исходит на тот момент европейская наука о человеке и в том числе, так сказать, на чем строится основание европейской политики. На тот момент думающие о человеке европейские ученые, политики, общественные деятели и так далее исходят из того, что человек – это есть единица политического и, так сказать, начальная точка политического думания, что ли. То есть все исходят из человека уже к тому моменту взятого отдельно. Вот это вот, так сказать, песчинка, из которой собираются нации, из которых потом собирается человечество. То есть таким вот образом выстраивается вот это вот общее, которое состоит из отдельных единиц. Для Достоевского, опять-таки, в данной постановке вопроса ложь находится в существе дела. Потому что для него... И это очень видно в черновой работе, которая называется «Социализм», даже не черновая работа, так и черновая запись для себя, которая называется «Социализм и христианство». Она написана еще в 1964 году и, естественно, при жизни никогда не публиковалась, как бы даже в замысле не было ее публиковать. Но идеи в ней выражены, поскольку она написана для себя максимально отчетливо, и потом эти идеи переходят как в художественные тексты, так и в дневник писателя. Вот. И там Достоевский, просто первая фраза этой работы, она следующая. «В социализме лучиночки». То есть лучиночка, лучина – это... деревяшка, которая отстругана от общего ствола, от бревна, для того, чтобы ее можно было зажечь и освещать помещение. Да? В песне, которая к тому моменту становится уже даже народной, хотя она создана в 40-х годах 19 века, «Ты гори, догорай, моя лучина, догорю с тобой и я», как бы лучина с очевидностью, вообще, так сказать, ее горение с очевидностью соотносится с человеческой жизнью, и в том числе с ее продолжительностью. Но почему, тем не менее, он употребляет именно слово «лучина», и что в этом такого особенного? Именно в том, что лучина – это то, что отрезается от целого. То есть целое в данном случае будет исходным. А вот эта вот единица, от которой, наоборот, шла тогда европейская политическая наука, она будет производным от целого. Таким образом, Достоевский видит человечество, так сказать, в рамках органической философии, как некое целостное древо, которое ветвится нациями, и которое, соответственно, вот... состоит уже вот эти ветви, да, они состоят из конкретных личностей, но выделить эти конкретные личности можно только путем их отрезания. То есть это совершенно обратное видение, и, соответственно, все выводы, которые будет Достоевский делать для такого человечества, и все те законы, которые он будет определять для его устроения, они будут совершенно другие, чем те, которые нужны и которые создаются, если мы считаем, что человек – это единица, это исходное, и из него потом создаются и строятся все человеческие общности. В сущности, Достоевский говорит ведь очень простую вещь. Он говорит, что... то, что было прежде единым, в какой-то момент доходит до ощущения того, что, сказать, вот части этого единого все разные, все отдельные. Он называет этот период в истории человечества уединение. Он, собственно, именно вот это вот уединение он называет главной болезнью современного ему человечества. Для него это выглядит примерно так, как если бы пальцы на руке забыли о том, что у них есть вот эта общая часть.
и начали строить свои отношения, исходя из того, что они все абсолютно отдельны, что у них, у каждого из них свои собственные отдельные интересы, что вредно одному никак не вредно другому. И как мы понимаем, все это было бы более или менее справедливо, если бы вот этой вот части, которую перестали видеть, действительно не было бы. Вот. Но если она есть и не осознается, то у человечества большие проблемы. Потому что, как вы понимаете, когда члены одного тела начинают сражаться друг с другом, то, так сказать, заболевает все тело. Да? И человечество даже не понимает, почему там происходит что-то ужасное вообще где-то на другом конце, а заболевать начинает оно все. Вот. Собственно, именно исходя из этого, Достоевский пытается пересматривать политические принципы. Он говорит, в чем как бы главная ложь политических принципов, которые на тот момент являются господствующими. Эта ложь состоит в том, что все государства, выросшие как бы на, ну, естественно, имеется в виду Европа на тот момент, как бы это было естественно думать о всем человечестве, а при этом иметь в виду Европу более или менее. Вот, значит, как, то есть все человечество, вот это выросшее на христианстве и, так сказать, питаемое христианством и усвоившее для личности правила христианства, тем не менее говорит, что для нации эти правила не работают. И если для личности идеи самоотдачи, самопожертвования, вообще идеи альтруизма, они как бы хороши, то для нации они, безусловно, плохи. Нация должна даже, не просто может, а даже и должна думать в политических отношениях исключительно о собственной выгоде, так сказать, о благополучии своего народа. И поэтому она может прибегать и даже должна прибегать ко всем тем политическим орудиям, которые, как Достоевский пишет, в отношениях между людьми именуются подлостью, но в отношениях между нациями называются здравым смыслом. Вот. И он говорит, что это абсолютно ложная, так сказать, абсолютно ложная посылка, и она должна быть, он очень резко выражается, она должна быть проклята. Потому что, вот как он пишет, то, что считается для одной единицы, для одного лица подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей мудрости, но да будет проклято. Это, как бы, это правило, это положение. Да? Надо, чтобы и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь, да должна же сохраниться эта правда, иначе, иначе все затемнится, замешается и потонет в цинизме. Иначе не сдержите нравственности и отдельных граждан, а в таком случае как будет жить целый-то организм народа. То есть он, собственно, говорит еще одну вещь, тоже очень важную. Что при таком разделении принципов, то, что плохо для единицы, хорошо для нации и, так сказать, полезно и даже должно быть рекомендовано, как бы долго это вот разделение, оно не может существовать. Все равно некий единый принцип в жизни, он восторжествует. И если это не будет перенесенный на нацию принцип альтруизма личности, то это будет перенесенный на личность принцип эгоизма нации. То есть будет, считает он, происходить все больше и больше дробления, и в конце концов каждая единица, окруженная, так сказать, забором законов, будет защищать свои собственные границы от всех остальных личностей. На самом деле примерно это самое мы сейчас уже и видим. Вот, потому что как бы законы начнут вторгаться постепенно внутрь тех человеческих объединений, которые на тот момент еще не были разделены законами, тогда это разделение только начиналось.
То есть законы вторгаются внутрь родов, внутрь семьи, и, в общем, в отношении родителей и детей. И в конце концов, каждый человек от каждого огражден исключительно законом, и как бы отношения между ними выстраиваются на этом самом законном и политическом основании. Вот. Вот это, собственно, Достоевский и считает главной проблемой, потому что, как мы видим, вот эти вот границы, которые разделяют человечество на отдельные составляющие, которые как бы могут существовать отдельно и считать свою пользу важнее пользы всего остального, они, так сказать, продолжаются, и вот это разделение, оно продолжает усугубляться. Вот. Достоевский, интересно, это описывает так, в «Сне смешного человека», который он, собственно, представляет как такую краткую, полную историю человечества вообще. Он говорит, что как бы главной задачей человечества становится как бы всем так разделиться, чтобы, не переставая любить себя больше всех, одновременно жить как бы в гармоничном и согласном обществе. То есть так разделиться, чтобы постановка на первый план своего интереса не разрушала как минимум видимой гармонии и видимого согласия общества. Вот. Соответственно, ту идею, которую он считает нужным поставить в основании человечества, он формулирует совсем иначе. Он это делает еще в зимних заметках о летних впечатлениях. Это текст, написанный в 1862 году. То есть это все еще задолго до дневника писателя. Все эти вот идеи, они полностью оформлены практически, потому что они для него базовые. Они для него основные. И очень интересно, что вот та идея вот этого вот единства человечества органического и вот этой вот связи человека не просто со всеми, а со всеми мирами, которая будет с очевидностью выражена в «Братьях Карамазовых» в сцене «Кана Галилейская», когда преображенный, так сказать, вот видением Алёша встает с земли и чувствует, как даже от самых дальних миров, струны сошлись в его душе, и душа это отзывается всем вот этим мирам. То есть вот такой вот полный человек, такой человек, чьи границы простираются до границ Вселенной. Вот, такое видение он дает в последнем романе, но самый его первый роман «Бедные люди» начинается с эпиграфа, который, казалось бы, не имеет к тому, что я говорю, никакого отношения, потому что там просто говорится: «Ох уж эти сказочники, запретил бы вот я им вообще все это». Такое навыдумывают, что даже и не знаешь вообще, что делать с этим, на что смотреть. Запретил бы я им выдумывать, вот точно бы запретил. Но дело в том, что вот эти вот странные слова, казалось бы, ни к чему не имеющие отношения, они из повести Адоевского, которая как раз и говорит, и повествует о том, что человечество связано абсолютно, в человечестве связаны абсолютно все со всеми, и каждое единичное действие человека будет отражаться во временах и в пространствах в самых невозможных и непредвиденных для человека масштабах. То есть то, что потом будет проговорено в «Братьях Карамазовых», как в одном конце света тронешь, в другом отзывается. То есть вот эта вот сплошная связанность всего со всем на самом деле присутствует уже вот в этой отсылке к повести Адоевского, а для Адоевского эта идея тоже была базовой, принципиальной, как, впрочем, для многих романтиков тогда, и русских, и немецких. Вот. И вот, соответственно, если мы исходим из того, что первично целое, что первично причем тут вот еще одна должна быть важная вещь сказана, я ее отчасти уже сказала, но, может быть, ее стоит проговорить основательнее. Вот это вот
единое целое. Это не то, чтобы целое, в котором не существует личности, да, где все сливаются вот в некоем как бы обезличенном общем. А это наоборот совершенно. Достоевский считает, что такое вот это вот слитие в общем, оно возможно только если мы начинаем от индивида и дальше, так сказать, собираем его вот в эти общности. Потому что что такое индивид? Индивид по латыни – это то же самое, что атом по-гречески. Да? То есть индивид – это предел деления рода, народа, человечества. И уже в том, что это предел деления, мы как бы видим, что когда-то человечество мыслило, похоже, скорее на Достоевского, чем на ему современную политику. Вот. То есть, когда мы начинаем собирать то, что оказалось атомом, да, пределом деления, и как бы исходим из вот этого последнего предела деления и начинаем собирать все в кучу, то, как мы понимаем, вот этот предел деления, он как бы изначально с достаточной очевидностью будет одинаковым. Индивиды, они одинаковые, они взаимозаменяемы. Точно так же, как атомы одного вещества, они одинаковы. Вот. А вот если мы начинаем с другой стороны, если мы исходим из полноты целого, то каждое выделившееся из этого целого будет не сказать, песчинкой, да, а будет лицом. Потому что, собственно, выделиться из целого и может только то, что смотрит на мир своими глазами. При этом это лицо, оно не входит, так сказать, просто создавая некоторую массу, да, в общий состав всего. Оно не приобретает общие качества, или оно не имеет изначально общих качеств со всеми. А оно ценно, оно необходимо, оно, собственно, появляется именно потому, что у него есть некоторые абсолютно неповторимые во всем остальном человечестве качества, и что это как бы некоторая точка, некоторый центр, который может становиться, что называется, лицом всего человечества. То есть, условно говоря, я сейчас пытаюсь описать не очень описуемо. Условно говоря, когда Достоевский говорит в другом тексте, чрезвычайно важном для понимания вообще его базовых идей, этот текст называется тоже черновой текст, который как бы никогда не предполагался к печати, он называется «Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей», написан в 64 году над гробом только что умершей жены. И Достоевский ставит в этом тексте для себя задачей, как бы доказательства, обоснования, прежде всего для себя, как мы понимаем, это текст не для печати, обоснования с математической точностью необходимости будущей жизни, вечной жизни человечества. Вот. То там он пишет, так сказать, прописывает вот этот вот образец, вот этот вот вид этой самой будущей жизни. Он пишет: «Мы будем лица, не переставая сливаться совсем». То есть человек утрачивает качество вот этого элемента выделенного из общего состава, вот то, что Достоевский называет болезнью уединения, он перестает существовать так, как мы к этому привыкли, когда в известном нам мире, да, каждое тело занимает некоторое пространство, из которого оно вытесняет все другие тела. Там лица существуют в этом самом слиянии совершенно другим образом. Там каждое лицо, которое находится в этом слиянии, оно не вытесняет других из того пространства, которое оно занимает, а оно, наоборот, позволяет другим освоить то пространство, которое оно занимает. В сущности, если мы вдумаемся, то, в общем, человечество даже и сейчас существует очень часто по тому же принципу. Потому что, когда кто-то делает что-то прежде невозможное для человечества, все человечество понимает, что для него теперь это возможно. Когда кто-то попадает в земли, где никто еще не бывал, но это тоже давно было, последний раз в XIX веке, да, вот,
мы понимаем, что туда ступила нога человечества. То есть как бы тот, кто туда ступил, он становится местом присутствия одновременно всего человечества в себе. И вот это вот именно такой тип бытия. Не когда все сливаются в некую безличную массу, и каждый становится взаимозаменяем, а когда каждый, так сказать, обладая своим собственным лицом, имеет свои человеческие границы там, где заканчивается человечество. То есть каждый обладает вот этим объемом всего человечества. Вот, собственно, как бы, как Достоевский видит человека, как Достоевский видит, соответственно, нацию. И здесь тоже появляется еще одна очень интересная вещь, которая имеет отношение к науке. Потому что, как бы даже и до сейчас, да, мы исходим из того, что наука вненациональна. Наука, как бы, это то, что вырабатывается человечеством в целом, да, но как бы она вне национальна прежде всего по очень интересной причине, потому что она безлична, потому что мы настаиваем на максимальном исключении субъекта вообще из научной деятельности, потому что опыт должен быть повторяем, а значит, он должен быть прежде всего и как бы раньше всех остальных условий, независимо от того, кто его производит. То есть кто бы его ни производил, он будет иметь те же самые результаты. Вот. А вот как бы это на самом деле вещь, которая совсем недавняя сравнительно, вот эта уверенность, ей всего около 250 лет. Потому что в тот момент, когда, условно говоря, очень быстро и очень грубо, алхимия еще не стала химией, в условия произведения опыта включали состояние оператора, то есть того человека, который этот опыт производит. Соответственно, любой опыт оказывался возможен только если оператор находился на определенной ступени развития собственной личности. Соответственно, как мы видим, даже из этого маленького, да, такого отступления, в общем, наука очень может зависеть от личности оператора, в том числе и от национальной личности, уверяет Достоевский, тоже в черновых записях, вот, потому что он говорит, что наука – это не факты, наука – это работа с фактами. А работа с фактами зависит, во-первых, от конфигурации, которая, так сказать, создала, которая, так сказать, оформила нацию в процессе исторического развития. А во-вторых, эта конфигурация очень сильно зависит от того языка, который нация употребляет для того, чтобы говорить о тех или иных вещах. Языки устроены совершенно по-разному, языки диктуют определенные ходы мысли, ну, вот, собственно, чему посвящена почти вся философия 20 века, особенно немецкая. Вот. Вот. То есть Достоевский видит человечество не как, разделенное на нации или сплоченные в нации индивиды, которые начинают выяснять некоторые отношения между собой, каждая стремясь к своей максимальной выгоде и как бы даже обязана стремиться к этой максимальной выгоде, потому что она обеспечивает благополучие своих членов, которые внутри нее находятся, а он видит человечество в идеале, опять-таки, а для него норма – это именно идеал. Вот, следующим образом, это замечательный текст, и он даже как бы ритмически оформлен у него, потому что здесь он начинает выговаривать какие-то свои самые сокровенные идеи, и это в том числе текст о том, что, собственно, несет как бы миру русский народ с его точки зрения. И сейчас мы, я надеюсь, успеем сказать несколько слов о том, что вот для него вообще вот эта вот идея русского народа, да, почему как бы она становится, с одной стороны, для него очень важной, а с другой стороны, так раздражающей его собеседников разного рода.
Вот. Но вот это как бы вот его идея и видение человечества. Мы первые объявим миру, что не через подавление личностей и наплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другую, прививая к себе их органические особенности и уделяя им от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполняясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собой счастливую землю. То есть это видение вот такого вот, в конце концов, единого организма, от которого человечество в какой-то момент ушло, и к которому оно вернется на других уже совершенно основаниях, потому что это единство, это воссоединение, это восстановление первоначальной целостности произойдет по осознанному желанию. Потому что в какой-то момент, говорит Достоевский, любая личность, личность ли это отдельного человека, личность ли это народная, национальная, потому что мы уже сказали, да, что он не делает различия между принципами их бытия. Любая личность в какой-то момент, развившись до самой полной своей возможной точки, понимает, что дальше и дальнейшее ее развитие может заключаться только в том, чтобы отдать себя всем безраздельно и беззаветно. То есть, по сути, пойти по пути Христова. Вообще, социальный проект Достоевского, который достаточно ясно прописан в черновых записях к бесам, он заключается в трех словах, а дальше могут идти разные предложения. Эти три слова «если все Христы». Дальше «если все Христы, будут ли бедные?» «Если все Христы, возможно ли войны?» если, ну и так далее. То есть, если каждый достигает своего идеального христианского состояния, то есть становится Христом, входит, так сказать, вот в это общее тело Христа, то, соответственно, все социальные вопросы, которые кажутся абсолютно неразрешимыми, если мы исходим из состояния людей, как вот этих вот уединенных атомов, да, вот этих частичек, они становятся не просто разрешимы, а они становятся абсолютно, они просто перестают вообще возникать как неразрешимы. Вот, и, соответственно, вот это вот... Да, каким, наверное, самое главное, что еще необходимо сказать, каким образом Достоевский предполагает вот это действие по изменению нации и человечества. Опять-таки, та политика, которая существует в то время, когда он об этом пишет, она строится на том, что сообща люди принимают вот эти самые общие законы, которые определяют их взаимодействие между собою. И таким образом, вот собравшись сообща, они уже, подтягивают до уровня, что ли, новопринятых законов, до уровня прогрессивно мыслящих отдельных и передовых там слоев человечества, они подтягивают остальное человечество, заставляя его существовать в рамках уже этих принятых законов. Для Достоевского абсолютно обратный ход работает. Вот, для него все время инициатором изменений в человечестве становится одна личность. Один отдельно взятый человек. Начиная дневник писателя 1976 года, который, собственно, первый номер, который является некоторым прологом ко всему остальному изданию, неким «Profession de foi», да, Достоевский рассказывает историю. Он рассказывает историю
о совершенно незаметном человеке, который служил сначала в Петербурге, потом в Киеве, значит, чиновники, да, и как бы вот жил и умер. Это вся история его жизни, кажется. А на самом деле, пишет Достоевский, этот маленький человечек так тосковал о том, что такой же, как он, образ и подобие Божие находится в рабстве у другого человека, что в течение своей жизни он, скапливая из своего ничтожного жалования, выкупал по мере накопления денег одного из вот этих вот рабов, да, на волю. Ну, естественно, за всю жизнь он успел выкупить 3 или 4 человек и умер, ничего своей семье не оставив, потому что все деньги истрачены. Вот. И Достоевский говорит, ну, очень смешной такой человечек. Вот. А дальше он, не говоря прямо, он никогда такие вещи не говорит прямо, он как бы показывает, что на самом деле именно вследствие того, что вот тогда, в 40-х годах, этот ничтожный чиновник, этот вот маленький человечек, никому не ведомо, абсолютно никого об этом не оповещая, сердечно болея душой, на последние свои средства выкупал людей из рабства, через 20 лет вся Россия встает и освобождает своих крестьян. То есть все изменения в человечестве, считает он, начинаются с сердца маленького человека, который где-то там в глуши, абсолютно вне всяких средств, так сказать, масс-медиа, да, просто делает то дело, которое его сердце не может не делать, потому что оно как бы восприняло этот принцип как принцип, главный принцип человеческого бытия. И поскольку все человечество едино, то в одном сердце зародившийся вот этот главный принцип, он как бы неведомыми нам путями заражает других людей постепенно, и меняется вся нация, и меняется все человечество постепенно. Вот. То есть, я, наверное, буду заключать уже здесь, чтобы все-таки оставить время на вопросы. То есть Достоевский, когда мы говорим метаполитика, да, мы говорим о том, что Достоевский видит человека, нацию, человечество в другой перспективе, чем в той, которую видит политика. Он сам называет ту перспективу, в которой обычно видит человека и человечество политика, областью насущного, видимо, текущего. То есть тому, что явлено нам, так сказать, перед глазами, то, что перед нами протекает, и чего мы не знаем, как он говорит, ни концов, ни начал. Вот эти концы и начало, они все еще для человека фантастическое, говорит он. А он, когда говорит о своей политике, которую можно назвать только метаполитикой, все время имеет в виду и держит в поле зрения прежде всего концы и начало. То есть то, к чему человек должен прийти, не в течение вот этой вот жизни, где как бы идеалом, естественно, может быть поставлено только комфортное существование на ее протяжении. Потому что если жизнь заканчивается здесь, то никакой цели у нее в общем нету, кроме, так сказать, продолжения этой жизни, да, так сказать, в новых поколениях. Вот. А вот если жизнь есть и дальше, то тогда все, что происходит в этой жизни, целенаправленно. Оно имеет смысл, и оно в другой перспективе будет совершенно иначе восприниматься, в том числе с точки зрения нашей выгоды. То есть, если наша выгода, если мы видим эту жизнь в пределах насущного, видимо, текущего, в том, чтобы как можно больше получить, то наша выгода, если мы видим жизнь за этими пределами, в том, чтобы как можно больше отдать. Потому что, как будет, как напишет Достоевский уже в «Братьях Карамазовых», в очень короткой, совершенно замечательной притче о Луковке, на самом деле человеку принадлежит в вечности только то, что он отдал. Вот, притча о Луковке, я тогда кратко напомню просто, и на этом закончим. Да, она маленькая. Жила-была баба злющая и умерла. Вот, и поскольку она была злющая, то пошла она в ад. А в аду, значит, стоит над адом ее ангел-хранитель и плачет, потому что он хочет как-то ее все-таки вот спасти.
И спрашивает ангел у Бога, а вот как бы мне бабу-то спасти злющую? И Бог ему говорит, а ты вспомни хотя бы одно ее какое-то хорошее дело. Он говорит, помню, вот она луковку однажды выдернула на огороде и нищенке подала. Но, говорит, протяни бабе луковку и тяни. Вытянешь, пойдет баба в рай. И он протягивает ей луковку, начинает тянуть. Заметьте, единственное, что сохранилось для бабы в вечности, это то, что она единственное в своей жизни отдала. Только оно работает, только оно, собственно, становится ее по-настоящему, ей принадлежащим. И вот он ее тянет этой луковкой, а в этот момент другие грешники видят, что, значит, бабу-то из озера огненного тянут и начинают цепляться за ноги. И баба начинает брыкаться и кричать. «Меня тянут, а не вас. Моя луковка, а не ваша». И ровно в этот момент луковка рвется. Потому что она попыталась присвоить себе то единственное в своей жизни, что она отдала. Вот как то, что она отдала, оно обладает вот этой вот гранитной вечной крепостью. Да, и этой луковкой, в принципе, оттуда можно было вытянуть вообще все это огненное озеро, всех грешников, которые там были. Вот. Но как только она присваивает ее себе обратно, эта луковка разрывается, рушатся все связи. И, собственно, грешник оказывается в огненном озере, которое есть не что иное, как огонь, зажженный на его собственных границах. Как то, что его, так сказать, защищает от всех, кто пытается к нему подойти. Мы создаем вот этот свой ад для себя сами, да, с точки зрения Достоевского. Вот. Таким образом, любое наше действие, направленное на выгоду, как человека, так и нации, направленное на выгоду, понятую в рамках насущного, видимо, текущего, это будет действие, которое будет разрушать нас, если мы посмотрим только на себя, на нацию, на человечество в другой перспективе. Вот. Поэтому, собственно, Достоевский и будет настаивать так на необходимости соединения, помощи. И вот еще совсем последнее. Дело в том, что он говорит о том, что все нации так или иначе видят себя соединителями человечества. И вот он описывает Францию, на тот момент, это 77-й год, на тот момент как соединителя человечества, который есть страсти сердца, которая так страстно желает соединить человечество, что в конце концов провозглашает, да, свобода, равенство, братство или смерть. Вот, собственно, девиз французской революции, о котором мы часто забываем вот это окончание, потому что все должны были стать братьями друг другу под угрозой смерти. Если ты не брат, то все, да. Вот в результате братья начали в промышленных масштабах друг друга убивать. Вот. Но это все равно вот этот страстный порыв к единению, к вот этому братскому объятию. Да? Дальше он говорит о немцах, которые, безусловно, видят себя объединителем человечества, потому что как бы высокий ум немца считает, что все идеи, которые где бы они ни возникли, конечно же, доступны немецкому разумению, конечно же, только в его голове они могут, так сказать, обрести вот это вот свое всеобщее бытие, да. И таким образом немец, пишет Достоевский, видит себя как некую крышу над человечеством. Вот, потому что он даже не может допустить, что какая-то идея может возникнуть и не войти, так сказать, в его голову, да, нет. Вот. А вот русский народ, пишет Достоевский, он не страсти сердца, он не крыша, да, он не он чаша. Потому что, как вот уже видно из этой идеи о дереве, как бы мы должны просто предоставить всем место. Задание наше было такое, не знаю, что мы теперь сейчас с ним сделали, да, другой вопрос. Вот, мы должны были предоставить всем место, где каждый мог бы свободно развиться, до самых
сказать, уникальных своих особенностей, да, тех особенностей, которые трудно принять человеку с другим менталитетом, с другим образом мысли, с другой национальной идентичностью. Да, тут можно много разных слов говорить. То есть мы должны были именно принять всех, как он пишет, и все извинить. То есть все допустить, допустить вот это вот любое развитие, любое как бы проявление личностное, и именно все это соединить в целости. Не предполагая, что мы все это можем, так сказать, охватить душой, да, а предполагая, что мы все, всему этому именно что можем предоставить вот это вот место, где оно бы все росло. Вот это, собственно, он и видит, собственно, местом Христовым. Вот эта вот чаша, в которой каждый растет до самого большого проявления его возможностей и способностей. Вот. Так, там было еще что-то, но давайте я все-таки здесь уже закончу, потому что я и так перебрала время по сравнению с тем, что я хотела сделать, да, чтобы больше было вопросов. Спасибо. Спасибо. Ja, Diskussion. Vielleicht sollte ich das erste Wort Natalia Kopscher haben, weil es sozusagen ihrem Thema auch am nächsten steht. Да, спасибо большое за такой доклад, содержательный, информативный, очень интересный и дающий какие-то новые мысли, новые импульсы. У меня такой вопрос, а как соотносится, как вмещается в определение метаполитики, в эту категорию, политические определения, политические категории, такие как государство, например. Государство, оно служит метаполитики или наоборот, метаполитика является опорой государства. Значит, спасибо. Это вообще совершенно шикарный вопрос, но на самом деле о нем надо было бы говорить больше того времени, которое у нас есть для ответа на него. Если очень коротко, то так. Вообще проблеме государства, а именно проблеме государства и церкви, Достоевский посвящает огромную часть романа «Братья Карамазовы». Собственно, там идет речь именно о соотношении государства и церкви, и для нас это может показаться, и, скорее всего, покажется совершенно нерелевантным, потому что мы, как и тогда, уже тоже привыкли к тому, что церковь – это просто один из институтов государства, как бы занимает в ней определенную нишу, да, и, в общем, так сказать, достаточно уже маргинализованный на данный момент. Вот. А для Достоевского это совсем иначе выглядит. Для Достоевского государство и церковь – это такие крайние позиции на общей шкале единения человечества. То есть государство – это как раз попытка соединить абсолютно отдельных и изолированных людей в некое общее, относительно согласное общество, исходя из того, что должны быть учтены как бы интересы каждого, но при этом каждый нечто отдает, так сказать, от своих интересов в общую, так сказать, копилку, да, для того, чтобы вообще вот это единение как-то было возможно. То есть государство, оно строится именно на попытке максимально точно проложить границы между, так сказать, отдельными своими субъектами. Вот. А церковь строится на совершенно других принципах. Церковь, думаю, здесь надо было бы написать с большой буквы, именно как принцип человеческого бытия. Потому что принцип бытия церкви – это именно вот это вот самое «мы будем литься, не переставая сливаться со всем». Вот. И для Достоевского человечество просто так или иначе движется в каждой своей точке, в каждое конкретное время по этой шкале. –
То есть любое общество, любое сообщество, любое, как бы, я не знаю, любая конференция, вот, она может двинуться или в сторону государства, как принципа, то есть в сторону соединения своих членов с максимальным учетом их разнородных и разно- и противонаправленных интересов, законным образом обеспеченных, или в сторону церкви, в сторону вот этого вот соединения людей, как бы вокруг некоего общего дела, вокруг некой единой идеи, которую они хотят воплотить, и для которой они, собственно, готовы отдать все, ничего не требуя назад. Потому что, собственно, в этот момент и их выгода, и их влечение просто к тому, чтобы максимально вложиться вот в это вот самое общее дело, которое им представляется их целью на данный момент, да, и венцом их стремлений. Вот. То есть для Достоевского государство – это способ сосуществования людей в тот неизбежный исторический период, который он определяет словом «уединение». Почему этот исторический период с его точки зрения абсолютно неизбежен? Что он, естественно, мыслит в рамках христианской парадигмы, вот, потому что Христос приходит спасать не всех, а каждого. И для того, чтобы этого каждого можно было спасти, можно было протянуть ему руку и вытащить, тот ствол человечества, изначально единство, должен быть порублен на эти самые лучинки. Вот, потому что каждый отдельно извлекается. Дальше эти лучинки, имеют шанс соединиться в некое новое древо. Да? Евангелие об этом говорит как о виноградной лозе, да, или как о небесной маслине. Вот. Но, естественно, что эти лучинки имеют все шансы и все возможности, если они пожелают и захотят, остаться здесь, вот в этом срединном состоянии, ни к чему, никому не присоединяясь и охраняя свои границы. Вот пока человечество существует в состоянии охраны, так сказать, своих границ, да, то государство – это единственный способ попытки сочетания вот этих вот интересов. Вот, собственно, для него. То есть для него государство – это как бы вот этот вот последний край, последний оплот соединения человечества, которое не хочет соединяться, которое настаивает каждый на своей отдельности. Вот. А церковь – это нормальное, не больное, вот это вот, так сказать, правильное, что ли, соединение человечества, где каждый обладает границами, которые совпадают с границами всего человечества. Я ответила? Спасибо большое. Gibt es weitere Fragen? Мне интересно было вообще нормальный метод политика. Почему это не политическая философия, социальная философия? Почему... Значит, ну, мета, как мы все помним, это то, что дальше, да, то, что, так сказать, сверх. Вот, собственно, политика, если понимать ее, опять-таки, как вот это соединение людей в рамках насущного, видимо, текущего, и на тех, на, так сказать, с учетом только вот этой вот области, так сказать, человеческой жизни, то есть некоторых вырезанных, так сказать, искусственно рамках, да, и вот здесь вот работает политика. Соответственно, метаполитика – то, что раздвигает эти рамки, смотрит на человеческую жизнь, на жизнь нации, на жизнь человечества в другой перспективе. Ну, то есть, собственно, и философию Аристотель назвал метафизикой, да, в свое время, имея в виду, что это то, что дальше физики. Собственно, по аналогии я этот термин образовываю. В философию входит всего слишком много. Мы говорим в данном случае именно о политике, так сказать, политике в других масштабах, политике в другой перспективе, политике в других размерах. Вот. Я не против совершенно, можно назвать это философией политики. Мне кажется просто, что метаполитика в данном случае более точное слово, вот опять-таки по аналогии с давно принятой метафизикой. Вопрос.
вопрос возникает естественно, потому что мета-соединение с какими-то вещами, мета-текстуальность, мета-корпоратистика, это происходит теория чего в нашем современном понимании. Не просто дальше, а теоретизирование по поводу чего-то. А у Достоевского теоретизирование политики скорее на философско-этические, утопические уровни. Поэтому термин, мне кажется, не очень работает. По крайней мере, он будет служить немножко ситуацию репарации. Знаете, я не знаю. Мне кажется, что со словами логично поступать не в соответствии с нашими сиюминутными привычками, а в соответствии с тем, что слова в себе реально заключают. То есть каждое слово, оно же несет в себе некоторый смысл. Я понимаю, что когда мы привыкли говорить о термине, как о таком, ну, термин он и есть бог границ, да? Вот, то есть как о слове, из которого мы вынули всю начинку, по возможности, полностью опустошили, а дальше договорились, что мы здесь и сейчас будем иметь в виду. Вот, но ведь с каждым словом очень трудно производить такие операции, потому что оно, в общем, имеет свой собственный смысл и содержание. И я, когда я говорю о чем-то, я предпочитаю опираться на вот эти самые внутренние присущие слову смысл и содержание, а не на ту как бы интеллектуальную привычку, которая так или иначе вот сейчас возобладала. Внутренние присущие слово содержание заложено в теме. Наше восприятие. Знаете, нет. Да, нет, это, конечно, всегда проблема, но я-то просто думаю, что как раз коммуникация лучше сохранится, особенно во временах, если мы все-таки будем учитывать то, что называется внутренней формой слова. Это не то, что я вложила в слово, и не то, что, так сказать, у меня по ассоциации, да, возникло, а то, что во внутренней форме слова заключено. Вот. И слово можно, опять-таки, с этим работает не та же немецкая философия практически весь 20 век, и как бы, собственно, только этим разворачиванием слова, да, и донесением того, что, собственно, слово имеет в виду, она и занимается. То есть, вообще-то, я тоже вполне в рамках традиции, просто это несколько иная традиция, так сказать, не совсем позитивистской науки, которая все еще остается в этих своих границах. Я не думаю, что тут очень сильный разрыв коммуникации, потому что я думаю, что в любом случае нам о любом слове, которое мы сейчас проговариваем, нужно договариваться. То есть договариваться, проговаривая в том числе и внутреннюю форму, потому что мы оказались вот в этой ситуации опустошенных слов, и как бы, ну, здесь неизбежно договариваться. Да, и, кстати, еще отсутствие общего знания. Потому что вот вы говорите, сейчас принято, но ведь оно принято в определенном, тем не менее, в определенном кругу, условно говоря, да, потому что рядом будет другой круг, где будет принято совершенно другое. У нас ведь исчезла вот эта общая платформа, исчезло общее знание. Поэтому все равно неизбежно придется договариваться. Почему, мне кажется, это более, как бы, более очевидно говорящим о том, что, собственно, о чем я собиралась говорить, ну, а я об этом уже сказала. Спасибо. Спасибо огромное.